Одного вечера я сел смотреть компьютеры. Фильм про средневековье, да. Родители мне, конечно, его не разрешили смотреть, потому что это уже было 11 часов вечера, но все равно. Я сидел, зевал и смотрел этот замечательный фильм. Да, моя мечта была побывать в средневековье. Ох, реально, ребята, вы не представляете, какой это интересный фильм. А, что, где я? Что? Куда я попал? Где это я? Рыцари? Лошади? Что? Ничего, все как замерло. Там человек лежит, там то. Ну, и когда начнется движение уже? Что? А как я тут буду? Как я тут оказался вообще? Здравствуйте! А вы не подскажете, где я? Эй, стоять! Где ты взял этого железного коня? А что? Какого железного коня? Нападай! А что? Держи его! О, то, что на... Хрясь, да что ты не едешь, ржавая корыта-то такое? Фух, вроде урвались. Надо съездить на рынок, может, там что-то куплю. Добрый день, можно у вас купить что-то, приодеться? Бери, конечно. Мне, пожалуйста, вот эти штаны и вот ту кофту. Да-да, конечно, только скажи нам, пожалуйста, где ты такого железного коня взял? А это на рынке купил. Ах, на рынке, ну хорошо, бери, одевайся, дружок. Спасибо вам большое. Так, одеваемся. Так. И вот так. Замечательно. Вы не подскажете, где можно мне спрятать мой железного коня? Да, конечно, подскажем. Вон там стоит сарай. Там, где возле большой паутины с отравленным пауком. Там можешь его и припарковать. Там все своих лошадок паркуют. Спасибо. Так и сделаю. Здравствуйте, можете, пожалуйста, отойди? Конечно. Так, надо себе еще какую-то оружку купить. Пам-парам, парам-пам-парам. Стой! А-а-а! Вы кто? А вы кто? Я вас впервые вижу здесь. А я новенький из этого города. Говори честно, мы тут никого не пускаем, вы. Колись, а то тебе мало не покажется. А вы мне сначала скажите, где мы сейчас находимся? Ты что, сам не понял? Ты видишь, что повсюду, где как... Видишь повсюду одни флаги? Я не замечал. Короля льва? Ты дурак? Короля всех царств. Хорошо, только помягче с этим оружием, а то я боюсь его немножко. Живо говори. А вы пообещаете, что никому не расскажете? Конечно, пообещаем. Кому мне еще рассказать? Ну, королю, например, своему. И обычный солдат. Говори быстро. Давайте отойдем, чтобы меня никто не услышал. Хорошо, пошли. Я знаю там одно местечко, очень хорошее, в котором мы точно с тобой можем в тишине побыть. Там кроме коней
Никого не ходит. У вас всегда ездит эта карета? Да часто. Да, вы правы, хорошее место. Ну говори тогда, откуда ты тут взялся? Знаешь, история очень длинная, немножко тупая и глупая. Я, короче, сидел у компьютера, смотрел кино про рыцарей. Что ты такое говоришь? Какой компьютер? Какое кино про рыцарей? Ты что, не знаешь, что такое кино? Нет. Кино — это когда составляется такое, много людей снимают разные фильмы. Ну, я не знаю, как я тут оказался потом. Да, это меня в компьютер всосало, и я сейчас в этом кино. Какое кино? Ты что, вообще с ума сошел? Это чистая реальность. Как реальность? А вот так, мама родная. Хватит лежать, вставай! А что, это не сон, не это не снится? Да, ты мне не рассказал, что такое еще компьютер. Компьютер — это такая штука, там, где коробочка, в которой лежат много... Не лежат, а находится много разных вещей. Ладно, мне это не волнует. Смотри, ты туда не заходил? Куда? Вон туда. Ты же говорил, тут никого нету. Ну, кроме них. То самая злая армия бандитов в нашем городе. То замок злого короля. Злого короля, говоришь? Да, я не был там, впервые вижу его. Вот и отлично, чтоб туда никогда не шел. Они на нас нападают и может и сильно атаковать. Атаковать? Да. Вот это жуть, капец, а что теперь делать? Мне надо научиться как-то там мечом своим размахивал. Но как тебе такое? А-а-а! Не кричи, вода, возьми меч. Мама, какой он тяжелый! Упс, он меня перевесил. Вставай, опять спать лег. Фух, да никто спать не ложился. Просто упал. Ладно, попробуй размахнуться мечом. Вот так. Почти, только нельзя падать. Ладно, ты меня потренируешь, да. Слава богу, а то у меня уже рука отваливается его держать. В каком смысле? В переносном, само собой. Ну, уже похоже и в прямом, блин. Спустя 2 дня. Круто, теперь я обладаю всеми навыками, как ты. Офигеть можно. Теперь я как рыцарь? Нет, подожди, тебе, чтобы стать рыцарем, надо еще в кузницу взять броню. И тогда ты будешь полным рыцарем и готов к любой атаке. Ну что, пошли брать? Погнали. Здравствуйте, ну что, броня готова? Конечно, вон висит, забирай. Спасибо, а ну примеряй. Офигеть, как круто, мне так она нравится. Да, ты прав, теперь ты готов к любой битве. Ну что ж, пожелаю я вам удачи. Внимание, внимание, оповещение всему городу. Оповещение всему городу. Внимание, оповещение всему городу. На нас напали, внимание, на нас напали. Оповещение всему городу, на нас напали. Оповещение городу, на нас напали. Нельзя потише говорить. Не знаю, на ответ потише, но это серьезно. Ну еще надо поаккуратнее возиться со своим конем. Можно аккуратней? Извините, не забудьте о начинающей войне. Ну что, это твое время испытать свою силы, способности. Погнали. Ну что, все слышали мой приказ? Нападать! Слушаемся, сэр. Закрыть ворота. Есть. Погнали атаковать. Ну что, мы можем решить все мирным путем. Вы согласны, что вы хотите? Мы мирным путем не собираемся решать. Но мы хотим захватить все ваше королевство, все ваши городки и оставить только тех,
что нам будут служить рабами до конца своих дней. Мы вам так просто все не отдадим. В атаку! Бой начался! Ха. Ну что, попался, грязный урод? Что ты сказал? Что мне делать? Я совсем не готов ни к чему. Ку-ку. А что, будь осторожней, сынок, тут много опасностей. Да я это уже понял. Что мне надо делать, сир? Главное, напасть на короля, слышишь? Главное, напасть на короля. От воинов просто отбиваться. Если мы их уничтожим, это ничего не даст. У них миллионная армия. Оно ничего не сделает. А если убить ихнего босса, то или посадить хотя бы в плен. Ну, будет лучше в плен, потому что его сами потом застрелят. Это будет самое лучшее. Есть идейка. Ну, значит, вперед. Погнали. Что за идея? Взять трупов собак и шерифа и напугать их? Нет, ты что, слепой, видишь? И что? Что это такое? Это мотоцикл, машина, самоездящий конь. Самоездящий конь? Что за шедевр? Да, и мы на нем можем его остановить. Я за руль, ты садись сзади. Ну, вперед. Давай, ты готов? Да, погнали быстрее! Сэр, помощь летит! А что за чертовщина здесь происходит? Оу! Мне надо! Хе-я! Все, вам конец! Ура! Он сделал это! Пир в честь нашего героя! Ура! Да, я это сделал! Сыночек, что ты тут делаешь? Ты знаешь, что скажет папа? А, что? Вставай, хулиган, быстро! А что, мама, что? Ты не видишь, сколько времени? Уже 3 часа ночи, а ты еще не спишь и смотришь свое глупое кино. Быстро спать! Папа говорит, что неделю никакого телевизора, телефона, ни компьютера. Ничего, будешь сидеть делать уроки. Вот блин, почему я не послушался родителей? Ай, что это мне жжет? Неужели это был, кстати, сон? Не почему это был сон? Почему это не реальность? Я так думал, что уже стал рыцарем. Это что, был сон? Блин, только что-то жмет мне. Что это? Что, меч? Меч прям как из моего сна. И это была реальность. Всем пока. Надеюсь, ребята, вы все видели, как это было. А что, куда камера улетает?